Колокольня Воскресенского храма скоро станет еще одной точкой притяжения для туристов. Сейчас там закончен монтаж новой винтовой лестницы. В совместных планах муниципалитета и благочиния продолжить ремонт колокольни. И как только его завершат, на смотровую площадку смогут подняться клинчане и гости города. Новая винтовая лестница из ясеневого массива. К перилам приятно прикасаться. И хотя они еще не закреплены надежно, ремонт продолжается. Подняться на звонницу можно без особой опаски. Ее голос раздавался над округой почти 2 века. Но в советскую эпоху она стояла безголосой. И только в 7-вековой юбилей клина вновь запела с новой силой. На звонницу установили благовестный колокол. Колокольный звон, он всегда на Руси назывался «малиновый звон». Он всегда украшает всегда человека, заставляет задуматься над вечным, оставить все временное, вот, и идти на молитву. Вот. Колокольный звон, он имеет и чудодейственную силу. Колокольный звон не просто разлился по окрестностям, он словно возвестил начало новой истории в жизни старой колокольни. Вот уже готова лестница, а скоро подремонтируют стены и смотровую площадку оборудуют. Мы видим с вами уже сегодня белокаменный, обновленный храм. Да, мы видим с вами сегодня действительно колокольню, на которую можно легко, беспрепятственно, безопасно и самое главное красиво подняться на смотровую площадку. И это только начало. 16 косых сажень или более 30 метров – такова высота колокольня. Туристов пригласят сюда, как только завершат ремонт. В планах застеклить смотровые окна. Анастасия Галкина, Иван Першин, Наталья Красавина. Новости дня.